Скажите, как вы проведете выходные большие на следующей неделе? Вот вторник себя читаю. Собираемся поехать в Европу. Да, в Европу. Рига, Стокгольм, Рига, Вильнюс. Уложитесь 3 дня? Ну, да, в принципе. Скажите, как вы будете проводить большие выходные? Ну, сравнительно большие на следующей неделе. Наверное, мы поедем в лес. Очень хорошая погода, почему бы не съездить на шашлыки? А конкретно на 3 дня с ночевкой или просто? Наверное, с ночевкой. Ага, здорово. А вы тоже? Я поеду на дачу. Буду читать белорусскую литературу, да. Потому что скоро осенний призыв. Скоро осенний призыв, поэтому надо подготавливаться. Чтобы в семестре было хорошо. Довольно полезные выходные будут. Скучные мы только с этим. Ну и шашлыки, конечно, куда же без них. Большие выходные на следующей неделе? Ну, вторник, среда, четверг, относительно большие. Спать. Все выходные? Все выходные. Здорово, а вы? Я буду готовиться к чемпионату мира по хоккею, волонтерить. Буду делать домашние задания по предметам некоторым. Отдыхать? Отдыхать, не знаю, наверное, в старости надо отдыхать. Я думаю собраться с друзьями, погулять, культурно провести время, пошуметь. Я думаю, проведу в трудах. В каких? В интеллектуальных и физических трудах, вот, наверное, все. Ой, как мы выходим? Как вы планируете, куда вы поехать собираетесь? Ну, как, конечно, наверное, шашлыки какие-то, дача. С друзьями, с родственниками. Как получится? В ремонте, который начинается, но никогда не заканчивается. Спасибо. Думаю, что дома проведу, отдыхать буду. А куда-нибудь выезжать не планируете? Скорее всего, нет. Просто интенсивная работа очень, поэтому тихо, спокойно, в домашней атмосфере. Скажите, как вы проведете большие выходные на следующей неделе? Ой, не знаю. Чем планируете заняться? Чем планирую заняться? Со студентами своими буду проводить время, с курсовыми и дипломными. Ага, ясно. На природе? Да. Серьезно? Серьезно. Буду, с одной стороны, творческим трудом заниматься, а с другой стороны... огородно-посадочным, прополочным копанием земелечки. Сочетание творчества и труда, мне кажется, будет полезным не только мне лично, но и тому делу, которым я занимаюсь, и семье. Ясно, спасибо огромное.